Доброе утро, милые дамы! В эфире рубрика «Beauty Blog», в которой мы показываем и рассказываем, как просто быть красивой. Сегодня в выпуске я расскажу, что такое макияж на каждый день и как правильно использовать продукты, чтобы выглядеть естественно. Для естественного макияжа я буду использовать продукты белорусской марки Lux Visage. И начнем мы с нанесения тона. Я буду использовать CC-крем, тон второй, натуральный. Он придает коже не только здоровый и красивый ухоженный вид, он еще питает кожу за счет содержания экстрактов липы и женьшеня. В естественном макияже, который я буду сегодня выполнять, я использую 3D-спонж. CC-крема можно наносить на зону даже вокруг глаз. Это достаточно легкая текстура, обеспечивающая хороший равномерный цвет. Далее мы берем хайлайтер марки Lux Visage. Вот так вот выглядит этот продукт. Ideal Strong Ink для придания естественного сияния. И наносим его на определенные зоны. Такой продукт очень хорош тем, что он без крупных блесток и дает равномерное мягкое свечение. Наносим, как в технике стробинг, на выступающие зоны. То бишь, это зона над бровями, спинка носа, лук купидона, это верхняя губа, центр, подбородок и на скулы. Далее в нашем макияже мы будем использовать тушь для ресниц марки Lux Visage. Тушь называется XXL с эффектом накладных ресниц. Для естественного макияжа мы нанесем тушь в один слой. Здесь очень хорошие щетинки, которые разделяют реснички и прокрашивают от самых маленьких до длинных. И движения, которые мы выполняем тушью, они как бы обратные вращательные от ресницы. И еще можно делать такие движения зигзагообразные. Завершит образ нашего макияжа помада Glam Look. Тон данной помады 304, который идеально подходит для нашей модели. Помада хороша тем, что выглядит как увлажняющая, эти свойства в ней есть благодаря витамину Е, но имеет бархатный вельветовый финиш. Помада супер ложится без контура, плотно. Можно наносить кисточкой, можно наносить без контурного карандаша. Она выполняет именно те функции, которые и заявлены. Хорошо растушевывается, хорошо наносится. На губах получается только цвет, то есть помады по большому счету не видно. Мы закончили. Давайте сравним, как выглядела наша модель до и после нанесения макияжа. А в следующей рубрике мы поговорим о том, как сделать элегантный макияж для среднего возраста. Студия для съемок предоставлена школой красоты Posh School.